нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он вышел, но он весь в каком-то коричневом, как коконе, по пупырышках каких-то. Ящер, кто еще? Хорошо. Защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий. Абсолютно. Берем Николая в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Николая поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Николая, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо, опиши, что там стоит. Это что, он в сфере или что там такое? Чем он покрыт? Я не знаю, это так, коричневые пупырышки вокруг него. Это хорошо. Как его тело сверху. Убирать или будем сканировать? Да. Убирать. Хорошо, я даю команду. На счет 3 вся эта коричневая энергия до 100% начинает выходить из биополя Николая. 1, 2, 3. Включаем внутренний белый свет. Он выдавливает из себя весь этот негатив, все эти коричневые энергии. Все это выходит из него, формируется в шар. Готово. Отправляет этот шар в клетку, в тюрьму. Он живой. Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Меняется? Да, это ящер. Отлично. Считай цифру ящера над головой. 84. Таких ящеров не бывает. Выстраивай канал от ящера и притягивай всех остальных ответственных. 1, 2, 3. Стоят в клетке тюрьмы все, кто с ним связаны. С ним никто не связан. У него подключки есть в теле. Он не весь вышел. Хорошо, я даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует Николая, отключает все полностью подключки на частоте ящера. Все чипы, все датчики, все отключается, выводится. И все это отправляется в клетку-тюрьму, к этому шару. Пошел процесс. Вышел сам ящер, он собрал свои энергии. Вот эти коричневые клетки, сейчас он полный стоит. Считай цифры сейчас над головой ящера. 302. Угу. Я даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Николая под ногами. 360 градусов вокруг него. 7 тонких тел Николая находит все. У него красный дракон. Красный дракон. Хорошо. И джин. Больше никого нет. Какой джин? Считай цифры у джина. Синий. Какой? Цифры над головой. 31.25. У красного дракона? 764. Значит, у нас ящер 302 с этим шаром плюс конструкция, ты сказала, да? Нет, он вышел сам. Он из него ящера делал, но покрыл своими энергиями полностью, как коркой толстой. И внутри пользовался полностью биороботом его. Да что это за беспредел такой? Ящер получает удар, 500 тысяч герц, удар. Он к нему интерферентов-то не подпускал. Вера, это так сейчас странно, это предложение звучит, он не подпускал интерферентов, смотря на ящера, красного дракона и джина. Да там места просто уже не было, куда подключать. Подключать мелких арахноидов каких-то. Этот паразит все себе забирал и причем решил делать... Слушай, ящер, кто ты такой вообще? Объясни мне. Ему плохо от твоего удара. Он просит не бить его. Я, может быть, тебя и не буду бить, но Николай, если мне скажет скинуть тебя в галактическое ядро за эти все муки, которые ты ему предоставил. Ты был ответственный за то, что у него проблемы были со здоровьем, что он покрывался волдырями, как аллергия. И ноги сильно болят. Его биоробот несовершенен. Ящер, если ты мне еще... Особенно пищеварительный тракт. И это ты это говоришь тут... Это совсем не подходит для меня. Отчего у него волдыри покрывались? Тело волдырями покрывалось? После еды? Кто виноват? Мне не нравится эта пища, я же сказала. Меня не устраивало. Хорошо. Меня тоже многое начинает не устраивать, ящер. Чтобы тебе поднять настроение, в моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3.
Меня тоже многое не устраивает, ящер. Ты знаешь, что это такое? Нет. Это твой Но конец. это несет Это там твоя ДНК. Негатив в мою сторону. Там твоя ДНК. Я вижу. И долетит до твоей чистоты только голова, в лучшем случае. Ты, паразитарная сущность, пришла убивать человека. Сколько ты находился в ее биополе? Убирай шар, энергия входит в меня. Сколько ты находился в этом биополе? Я подключился давно. Ему было 27 лет. Сперва я просто забирал энергию. И потом решил остаться на какое-то время. 28 лет ты находишься в его биополе на какое-то время. 28 лет. Ты забрал у нее 28 лет жизни. Я сегодня намерен забрать у тебя то же самое, все, что ты у него забрал. Я верну тебе все, весь негатив, который ты ему доставил, все его боли верну тебе, а потом подумаю, что с тобой делать. Посовещавшийся с Николаем, конечно. Николай, вы видите эту ситуацию? Вы видите этого паразита, который 28 лет сидел в вашем биополе? Он из вас ящера делал. То, что у вас волдыри по телу, это только начало было. Но он видит, он кивает, он не может еще пока понять, как хорошо, это может происходить. Ладно, не страшно, мы здесь. И я даю команду о тонкой копии Николая спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные, негативные, патогенные, низковибрационные энергии в его биополе 1, 2, 3. Каналы выстроились. Точно так же выстраивает канал к этому шару ящера. В сущности подходит каждый к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, негативной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Николаю. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 100 раз. Посмотри, что возвращается к ящеру. Больше всего меня интересует. Энергия ящера коричневого. Еще идет здесь информация. Что я ящер пообещал его желание, как правило, у человека поле. Подожди, пропал звук. Еще раз повторю. Ящер что? Пообещал что? Ему выполнять его желание. У человека много желаний, которые он выбрасывает в информационное поле. Кто-то да услышит. В данном случае услышал ящер, подключился. Хорошо, у тебя есть контракт. Но я сейчас считаю, что он в согласие зашел. Спрашиваем Николая. Николай, вы в курсе этого договора с ящером? Нет. Вы знаете условия этого договора, который ящер с вами заключил? Нет. Ящер, ты меня сейчас опять лжешь? Ты хочешь получить 1 миллион герц? Он говорит, что очень все у вас просто. Сперва просите, а потом... Кого просили? Кого просили? Просили, ящер, приди, исполни мои желания? Ящер, ты обманом зашел, и ты пытаешься мне какую-то ложь сейчас здесь навязать, и мне это очень не нравится. Если ты сейчас не признаешь, ты обманом вошел в его биополе, я тебя заставлю признаться в этом. А я не скрываю это, я лишь показываю, как это случилось. Ты же только что мне говорил, что с его согласия это было. Он говорит, что не было никакого согласия. Он просил помощи, я пришел. Хорошо. Он просил помощи у ящера, да? Ждем окончания реверса, Вера. Ящер сегодня будет наказан. Реверс закончился. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы и... В порядке реверса Николай забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Николая себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Здоровье, энергии, биоматериалы. Кошмар. Николай, он вас практически убивал. Он забирал ваше здоровье. Пытался еще ваш биоматериал украсть для того, чтобы сделать, возможно, себе копию. Или уже сделал за эти годы. Я пока не знаю. Вы понимаете сложность этой ситуации, в которой мы сейчас? Потому я здесь. Правильно.
Вы готовы отдать этому ящеру за 28 лет всю свою боль, которую вы получили от него? Готов, конечно. Хорошо, ждем окончания реверса. Подумайте пока, Николай, за последние 28 лет, сколько у вас было всего негативного, связанного с этим влиянием, все ваши боли. И когда я вам дам команду, вы всю эту энергию по каналу, который я открою, отправите ящеру назад. Пусть он это все прочувствует. От жены идет тепло. Это он делал ему холод вниз, в ноги. Джин? Да. Джин, а это что такое? Тебе что, челма надоела на голове вместе с кольцами и серьгами, а? Он говорит, не вели казнить. Реверс закончился. Так, реверс закончился, мы все забрали. Сколько ты, Джин, находился в его биополе? 3 года всего, 3 года. Красный дракон, сколько ты находился в биополе? 5 месяцев. Где платы? 3-й глаз? Нет. Сердечный чакр. Сердце. Хорошо. Что ты делал? Транслировал или воровал? Это интересный экземпляр. Человеческий биоробот, смешанный с энергиями ящера. Я изучал, смотрел процесс. Ты считаешь это интересным? У меня есть более интересное. Для меня это познавательно. Познавательно? Хочешь познавательно? Сейчас тебе покажу. Появляется в моих руках печать дракона 1, 2, 3. Включая на полную мощность. Вот познавательно. Просит убрать. Ты все понял? Или ты вообще ничего не понял, дракон? Он понял, что он попался. Он просит остановить. Убираю печать дракона. Хорошо. Поехали дальше. Джин, тебе выходить не надо, собирай всю свою пыль, которую ты оставил в его биополе, и все остальное. С какой вещью ты попал в его биополе, Джин? Обувь домашняя. Домашняя обувь. Ты присутствуешь в доме, Джин? Нет. Дракон, ты присутствуешь в доме? Нет. Хорошо. Джин забрался. Хорошо, красный дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, забирай все свои энергии и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц, если хоть один микрон, если кто-то что-то оставит или забудет, специально или не специально, он сгорит по каналам в этой клетке. Я вам этого не желаю, но я вас предупредил. Дракон отключил плату. Включаем внутренний белосвет Николая 1, 2, 3. И этим светом, Николай, выдалит из себя все негативные патогенные энергии, находящиеся на частотах интерферентов и их подключик 1, 2, 3. Все эти энергии выходят, формируются в шар. Готово. Большой? Нет, не очень. Открывая портал в галактическое ядро под этим шаром, он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. И выстраивает Николая прямой канал к ящеру 1, 2, 3. Николай, концентрируйтесь на всех своей боли за 28 лет. И я даю команду на счет 3. Николай возвращает назад всю свою боль, которую он получил за эти 28 лет от ящера. 1, 2, 3. Все эти эмоции, вся эта боль, все возвращается мощнейшим потоком в течение 1 минуты ящеру. Он переживает все то же самое, что Николай пережил. Точно в тех же местах. Все те же самые ощущения, доводящие его до безумия. Пошел процесс до 100%. Ну, знаешь, произошла деформация больше от энергии ящера. Вот эту деформацию органов он передает сейчас ящеру. И у ящера начинается деформация внутри. Закон кармы, ящер. Закон кармы. Ты хотел ящера из него сделать, а мы из тебя сегодня человека будем делать. Но он звуки издает, как крики какие-то. У него тело меняется. Не играет никакой роли. До 100%. Всю боль, Николаев, до последнего микрона. Отдавайте ему. Посылайте назад. Всем своим намерением. Другого шанса у вас не будет. Ну, как выплеснулось тебе все это по каналу. Готово. Отлично, хорошо. Подхожу к Николаю, помогая моей энергии сделать импульс высокой вибрационного шока, удары, сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар.
отлетают каналы, открывается портал в галактическое ядро, каналы улетают на переработку, закрывай, опечатывай, растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Так, Джин, больше никогда не появляйся в этом биопуле, даже не думай в эту сторону, если ты не хочешь со мной встретиться. Тебе это понятно? Да. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, красный дракон. Я хочу получить слово красного дракона, что ты больше никогда не появишься в этом биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. Красный дракон забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти на связь. Слушаю. Посмотри у меня, пожалуйста, здесь такой экземпляр, ящер. 28 лет сидел, делал из него ящера, у человека от еды волдыри возникали, потому что ему не подходила эта пища. В общем, там хорошо зашел. Забираем. Хорошо. Все, ящер. Пиши письма. Шар я уничтожаю, да? Нет, мы заберем все, что с ним связано. Хорошо. Вроде ничего еще не скинули. Забрали. Отлично, все. Клетка пустая? Пустая. Хорошо. Поехали по частотам. Есть. Хорошо, Николай. Как вы себя чувствуете после чистки? Отлично чувствую, вижу свои чакры, вижу, что происходит на моем тонком теле, знаю, откуда я. Благодарю вас за это открытие. Отлично, у нас еще остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Николая. Женщина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Николая. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Доброго времени всем. Приветствую вас, находящихся в этой комнате. Меня зовут Владлена. Владлена? Я куратор. Отлично. Приветствуем вас, уважаемая Владлена. Меня зовут Влад. Очень похожие имена. И рядом со мной стоит Вера и ваш подопечный Николай. Мы сегодня проводили его чистку, удалили все, что в нем находилось. Вы знаете, сколько там всего сидело. И сегодня он изъявил желание задать 10 вопросов к своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемая Владлена, ответить на эти вопросы? Я благодарю Николая безмерно за этот скачок в его сознании. И я отвечу на вопросы, которые помогут душе развиваться и дальше, и интересоваться внутренним состоянием осознанности духа и развития. Замечательно. Тогда я начинаю с первого вопроса. Откуда пришла моя душа на Землю? Как ты уже понял, я озвучу это. Мы представители Альдебарана. Альдебаран. Приветствую представителя Альдебарана в нашей комнате диагностики. Мы встречались сегодня уже с одним представителем Альдебарана прямо перед вами. Замечательно, что вы о нас знаете. Благодарю вас за теплый прием. Нам очень приятно. Благодарю вас, уважаемая Владлена. Я перехожу ко второму вопросу, с вашего разрешения. На каком уровне находится мое высшее я? Твое высшее я находится на 9 уровне. Благодарю вас. Третий вопрос. Мое последнее значимое воплощение на Земле. Не нужны проверить твои архивы. Мне нужна минута вашего времени, чтобы посмотреть увидеть в архивах. Конечно, вы куратор на эту жизнь. Мы знаем. Так, пожалуйста. Как я не могу определять, какое воплощение было значимым, так как у души нет незначимых воплощений, нет воплощений бесполезных. Все воплощения насыщены и имеют определенный смысл.
Поэтому я расскажу о прошлом воплощении. Благодарю вас. Одном из прошлых. Например, вот это Римская империя. 342 год нашей эры. Угу. Это территория Неаполя. Территория Италии, Неаполь. Кем он был, чем он занимался? Все, что я вижу, это всадник на коне, облаченный в латы, определенный металл. Он был одним из воинов Римской империи, но потом, видя зверство и несправедливость, перешел на сторону народа, защищал свою деревню и боролся до конца с правительством. Сколько он прожил? 42 года. 42 года. Благодарю вас, уважаемая Владлена. Что-нибудь хотели добавить? Да, в этой жизни его смыслом была справедливость. Увидеть обе стороны, сделать анализ и выбрать то, куда его душа стремилась. Звала, да. Он сделал свой выбор, и это была правильная жизнь. То есть он набрал максимально возможный опыт в той жизни, исходя из тех условий, где он находился. Именно так смысл был вынесен. Уважаемая Владлена, я благодарю вас за этот ответ. Если вы закончили, я могу продолжать дальше. Да, пожалуйста. Я не рассматриваю это как вопрос-ответ. Я рассматриваю это как дружескую беседу. Я тоже. Но просто он по пунктам написал, поэтому я так и зачитываю. Отлично. Благодарю вас. Итак, четвертый вопрос его. Сколько раз я воплощался на Земле? 7 раз. Благодарю вас. Следующий вопрос, 5. Сколько темной энергии я набрал в этой жизни? Я прошу прощения. Сегодняшнее воплощение – это 8. 8, понятно, конечно. Но он и спрашивал, сколько воплощался. 7 и сейчас 8. Все понятно. Итак, сколько темной энергии он уже успел накопить? 21%. 21%. Благодарю вас, Владлена. 5, 6 вопрос. Я зачитаю так, как он написан. Моя жена по программе? Я здесь немножко должна пояснить, что такое программа. Как вы знаете, будущее – это многогранное действие, которое может произойти, а может не произойти. Многовариантное мы называем. Именно так. А жена, которая находится рядом с тобой, подходит тебе по вибрациям и задачи, которые нужно осуществить. Если это называется программой в твоем понимании, тогда мой ответ – да. Благодарю вас за этот ответ, Владлена. Все понятно. Можем двигаться дальше? Пожалуйста. Хорошо. 7 вопрос. Есть ли у меня дар и как его развивать? Нет бездарных душ. Все души одарены, насыщены энергиями и вибрациями, а также осознанностью. Дар, он внутри тебя. Первое, что ты должен понять, это сам себя. Узнать свои энергии, возможности, мощь, почувствовать мощь этих энергий и защиту. А дальше развиваться в ту сторону, которая тебе будет ближе и интересней. Не поняв этого, ты пойдешь ложной дорогой. Сердце и душа всегда тянется к чему-то. Но твоя задача — услышать это правильное решение. Я благодарю вас, Владлена, за этот развернутый ответ. Я перехожу к 8 вопросу. Сколько лет моей душе? 13 тысяч лет. 13 тысяч лет. Благодарю вас. 9 вопрос. Как управлять своими энергиями? Я объясню немножко. На сегодняшний момент твои чакры были поражены, и поэтому ты получил золотую энергию с Эльдебарана. У нас она считается излечающей. Сейчас каждая из твоих чакр заключена в золотой обруч с золотой энергией. Она будет продолжать работать и смягчать твои чакры, излечая их. Это то, как ты выглядишь на сегодняшний момент, на данный момент в твоем тонком теле.
Тебе нужно работать с визуализацией и научиться наполнять себя энергиями, видеть Меркабу, сбрасывать негатив, устранять болезнь визуализацией и выдавливанием. Я объясню, как выглядит энергия Альдебарана. Они немного напоминают ртуть по цвету, но у них есть особые искры. У кого-то эти искры ярче, и тогда этот платиновый цвет не видно. Видно только сияние этих искр. У кого-то меньше, у кого-то больше. Это будет зависеть от твоих дел, от твоего настроения, от того, как искры гаснут, а энергия чернеет, темнеет. Именно так работает энергия души. Точно визуализация. Но Вера, чтобы что-то визуализировать, нужно понимать, как это выглядит. Благодарен, там немножко связь пропала, но в принципе можно было понять, о чем идет речь. Визуализация. Я повторю. Пожалуйста. Скажите, что вам непонятно? Мне все понятно. Мне все понятно. Вот этот момент, когда вы сказали, когда энергии темнеют, я не услышал причину. Причина понижения вибраций. Понижение вибраций. Ну, конечно, это логично, безусловно. Настроение, бездействие. Это все излучается. Депрессия. Это все как раз на частотах. Это на частотах низковибрационных, и от них надо, безусловно, избавляться. Начинается все, конечно, с контроля своих личных эмоций и понимания этого всего процесса. Я хотел добавить два слова, уважаемая Владлена. В этом сеансе мы показали Николаю, как выдавливать из себя негатив, как заправляться энергиями. Мы назвали ему его цифры, сколько ему нужно энергии, какая частота вибраций. И вот вы назвали этот главный пункт практически, это все нужно еще визуализировать. И тогда он будет чистым и заполненным полностью энергиями. Благодарю вас за проделанную работу. Это очень поможет Николаю для начала пути к его развитию. Кроме того, наш администратор после сеанса вышлет ему манифест, который он должен будет читать регулярно, укрепляя свою волю и понимая, что он берет ответственность за свою жизнь в свои руки. И точно так же мы ему вышлем картинку с Меркабой, для того, чтобы он мог ее тоже визуализировать и понимать, как она работает. Это прекрасные методы защиты. Манифест несет четкие инструкции и прекрасные слова. Простые, понятные душе. Универсальный текст, который действует везде. Только надо его читать с полной отдачей, веря в каждое слово и в это намерение. Потому что если его прочитать... Его нужно понимать. Понимать. Не нужно кричать, читая его. Нужно понимать каждое слово. И ощущать на себе, как оно будет действовать. Абсолютно верно. Благодарю вас, уважаемая Владлена. 10-й, последний вопрос, он связан с 9-м вопросом. Как выставлять защиту от интерферентов? Сегодня была дана защита Меркаба, универсальная защита. Твоя же защита изнутри будет зависеть от твоей уверенности и понимая вибрации твоей души, разгоняя вибрации. До определенного количества ты можешь выставлять защиту вокруг себя, укрепляя ее своим намерением. Это следующие шаги. Для начала тебе нужно научиться визуализировать и чувствовать внутренние изменения и вибрации. Я бы сказала, в сердечной чакре. Это первое, где ты будешь чувствовать. Это самая уязвимая чакра, так как она связана с эмоциями и чувствительностью души. Радость и горе, позитив и негатив. Все эти перемены в чувствительности человеческой вабе, а робота и его душе складываются в сердечной чакре. И потом расходятся по телу. Если это радость, ты наполняешься радостью. Если это негатив, он накапливается в определенных местах биоробота,
образуя темные затемнения, превращающиеся в лярвы. Мы их сегодня убрали, уважаемая Владлена, и эти затемнения тоже убрали, их было действительно много, и лярвы там были приличные. Сейчас этого всего нет. Я надеюсь, Николай сделает правильные выводы и начнет работать. Я зашла немножко далеко, отвечая на этот вопрос. Вернемся к защите. Все, что тебе нужно на сегодняшний день, это четко понимать, что ты защищен Меркабой, зная это и находясь в уверенности, ты выставляешь и укрепляешь Меркабу своим намерением, а также твой стержень из энергии Альдебарана, которые находятся на уровне сердечной чакры. Начиная чувствовать их, пытаясь развить вибрации, ты делаешь шаг к развитию осознанности, а также к пониманию защиты. Если ты сможешь развить свой душевный стержень и расширить его вибрациями, это будет твоя защита. Но для этого еще нужно дойти. Где есть желание, там есть и путь, там и двери открываются. Уважаемая Владлена, я благодарю вас сердечно от имени Николая, от меня и от Веры за этот замечательный ответ, который вы сегодня дали своему подопечному. Если вы хотели сейчас что-то добавить или активировать его стержень, это, возможно, был бы самый лучший момент. Стержень активирован. Я сказала, как выглядят его чакры на сегодняшний момент. Да, вы сказали, безусловно. Еще один нюанс у нас остался. Уважаемая Владлена, вы не знаете, но в нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, который к нам приходит в нашу комнату диагностики, мы делаем один очень определенный подарок. Итак, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем куратора Владлену, будет ли она так любезна принять этот скромный подарок на добрые воспоминания и в знак благодарности за ее помощь сегодня Николаю. Это великолепный подарок. Мне очень приятно. Я смущена, не ожидала такого приема. Вот такие эмоции мы и любим. Уважаемая Владлена, передавайте привет Альдебарану. Мы рады всем, до кого кураторы достучатся. Мы свою работу выполним. Откроем двери людям для того, чтобы они могли дальше развиваться. Я благодарна всем вам за эту встречу. Благодарим и мы вас. Высоких вам вибраций, чистых энергий. Я говорю, до скорых встреч. Мы не прощаемся. Всего вам наилучшего. Благодарю. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Какой замечательный сеанс. Николай, как вам встреча с вашим куратором, Владленой? Великолепно. Мне очень понравилось. И я понимаю, что у меня предстоит много работы. У вас все получится. Сейчас вы уже знаете правду, сейчас вы уже чисты. У вас только вперед чистый путь стоит. Работайте над собой регулярно. Каждый день активируйте Меркабу, каждый день вечером скидывайте негатив, утром заправляйте себя энергией, поднимайте вибрации, пытайтесь этот процесс визуализировать. Ну а наш администратор Ольга пришлет вам все, о чем я говорил. А сейчас мы будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Николая в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. У него тонкое тело соединилось, и области чакр, они встали в биоробот. Угу. Это золотая энергия, как обруч накрутится там. Готово. Ну, они ему послали энергию, да, отлично. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте.